поселке строителей Ярославского нефтеперерабатывающего завода открылась новая столовая. В ее просторном зале могут одновременно обедать 200 человек. Кухня оборудована электрическими котлами, газовыми плитами. Повар Горелова не только вкусно готовит, но и красиво оформляет холодные закуски. Есть здесь и свой кондитерский цех. Торты Лидии Свечинской пользуются большим спросом. Анатолий Дмитриевич Емельянов – большой мастер по приготовлению вторых блюд. Скоро обеденный перерыв. Надо все приготовить к приходу посетителей. Разнообразен выбор блюд. Здесь не теряют много времени в очереди. Самообслуживание позволяет быстро пообедать. Новая столовая – хороший подарок трудящимся. Ответ на решение партии и правительства об улучшении общественного питания.